Микки возник в игрушечной коробке опасности, очередной иллюзии ведьмы. Должен двигаться быстро и осторожно, так как карты играют нечестно. Микки был так близко. Он уверен, что в следующий раз справится. Теперь Микки прочувствовал, каково быть кроликом в шляпе. Микки прошел дальше в страну игрушек. Но эти игрушки не были такими уж игривыми. Ух!
Наш герой не совсем уверен, то ли он вверх ногами, то ли руками вниз, то ли и то, и другое. Не совсем преуспел, но в мире шиворот на выворот всегда есть место для еще одного поворота. Микки преуспел, хотя ему и пришлось немного повертеться. Замок иллюзии загнал Микки в новый угол. Но что это за странная зеленая коробка? Она казалась до ужаса знакомой. Черт из табакерки! Ну, конечно!
оранжевый радужный камень. В сердце Микки вновь расцвела надежда. Но приключение ради спасения Мини было далеко до завершения. Второй радужный камень покоился в руках Микки, но ему некогда было праздновать. Надо найти еще 5 камней и Мини